К другим темам. 100 дополнительных мест для дошкольников. В Ленинском районе Саратова в рекордно короткие сроки возвели дополнительный корпус детского сада. Каким он получился? В нашем следующем репортаже. «87 дошкольников Ленинского района теперь тоже знают, что такое жизнь в коллективе. Детский сад «Чудо-остров» прирос новым корпусом. Это дополнительные 4 группы, 100 мест для детей от 2 до 7 лет. Первые воспитанники пришли сюда месяц назад, а теперь и сами встречают гостей – городских и областных чиновников. Гордость учреждения – современная оборудованная кухня. Электрические плиты и сковороды, картофелечистка, овощерезка, жарочный шкаф. Родители уже оценили результат работы поваров». Очень хорошо кормят, да, 4-разовое питание, второй завтрак, вот 10 часов бывает, или сок, или фрукты какие-то. Очень хорошо, вкусно. Новый сад получился с явно патриотическим уклоном. На каждом шагу стенды и уголки, посвященные традициям народов России. Редкость для детского сада – мини-музей в честь 70-летия Великой Победы. Настоящие награды и вещи фронтовиков. В гости к детям пришли и ветераны войны, и губернатор видит в этом особый смысл. Вот эта связь, она нам очень необходима, чтобы через поколение ваших праправнуков, внуков, вот передать именно те чувства патриотизма, о которых мы очень часто говорим, но не всегда, наверное, вот это можно передать. Дополнительный корпус детсада построен в рамках программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове». Стоимость проекта – почти 70 миллионов рублей бюджетов всех уровней. В групповых комнатах новая мебель, спортивный инвентарь, игрушки. Большое внимание уделили пожарной сигнализации и охране. Глава города вспоминает, что еще в июне прошлого года на этом месте была полная разруха. 500 КАМАЗов только было вывезено, вот я с строителями сегодня разговаривал, строительного только мусора. 70 миллионов рублей, 500 КАМАЗов мусора, 4 месяца. И вот мы сегодня видим абсолютно комфортное, емкое, небольшое, но довольно-таки рациональное по своей спецификации, сущности, в общем-то, детское дошкольное учреждение. Мы в этом районе полностью закрыли потребность в детских местах от 3 до 7 лет. Тем не менее, очередь детские сады Саратова и сейчас велика – более 4000 детей. В мэрии обещают, что до конца мая в городе откроют еще как минимум 2 дошкольных учреждения. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.